Ну что же, всем привет, вы на канале Mad Max, ну а мы, как обычно, продолжаем проходить игрушку по названию Call of Duty Modern Warfare 3. Ну вам это было, приятного просмотра, погнали! Так, Ага, десантура. Это 07. Иду к водосбросу. Боут, ребята из Shadow сбросили кое-какие припасы. Так вот, противник добрался до них раньше. Не проблема. Груз может пригодиться, но не забывай о задании. Принято. Группа коней к востоку. Охраняет грузовик. Если взорвать опоры, рухнет вся плотина. Проверь грузовик на предмет взрывчатки. Винтовка. Громко. Хотя у нас автомат тоже громкий. Йо. У нас есть пистолет. Джекпот, хранитель. В грузовике заряд. Принято. Разминирую как можно быстрее. Не расслабляться, 07. Время на исходе. Угроза ликвидирована. 07, начиная разминирование. Агент 007. Одним кони меньше. Так, ну за голоса пока все шикарно идет. Стоп, подожди. Тактическая бутылка. Интересно, что мне такого тактического-то нашли ребята. Поднажми Ghost. Если заряды рванут, это финиш. А где? Анальный каратель. Не. No, thank you. Да откуда ты это берешь? Я даже не вижу. Сидение надо. Сейчас. Обезвредил. Еще 0-7. Три, значит. Браво 7-1, хранителю 1. Хранитель слушает. У нас тут проблема. В воде канистры с газом. Пока целые. Макаров собирается отравить воду. Он хочет не просто затопить город. Чтобы никто не выжил. Вы единственные, кто может его остановить. Работайте. Граник. Ага, нету. Есть. Меня веночек. Перекур окончен, лейтенант. Идем. Слушай. Богдану все ништяк. Выстрел 07. Да это не выстрел даже был. Точно глушеный. Да. Тогда, ну, прощай, пистолет. Так, он вроде бы по 3 стреляет только. Ага. Мне по одной, пожалуйста.
07, доберись до зарядов и обезвредь их. Время уходит. Мины, на. I don't need this trash. Так, это конец карты. Ну или, по крайней мере, игровой зоны. Заминировано может быть только одна вещь. Тапок. Ну, круто. Бежите, ребятки. Куда там? На пределе. Видишь суслика? А он есть. Кони у основания плотины. С запада. Есть, я вижу. Иду в контрольное здание. Я не вижу сквозь стены, Гоуст. Будь начеку. Yeah!
сюда. Куда делся враг? Заминировано. Есть. Хранитель один. Заряд в контрольном здании. Принято. Разминируй как можно быстрее. Режу кровь. Заряд обезврежен. В контрольном здании чисто. Ноль семь. Перехвачен радиообмен противника. У Кони 4 группы подрывников. 4 группы, 4 бомбы. Значит, нам нужно... Кони не знает... Я не заметил. Отстой. Понял. Пистолета. Спасибо, но... спустился, спасибо. Спасибо, папаша. Гоуст, они прочесывают район. Не высовывайся. 07, доберись до зарядов и обезврить их. Время уходит. Чел табло получил. Успел вернуться. Ха. Чё тут взрывается без моего ведома? Хранитель один, вижу бойцов Кони. Здание к юго-западу. Они тебя не видят, Гоуст. Продолжай. Найди и обезвредь взрывчатку. Так, это не бимба тут. Поняла, наблюдая за обстановкой, сообщу, если что. Чё это такое? Какие-то турбины большие. Окончен, лейтенант. Идем. Нифига тут кейса. Все накинул, да? В машинном здании нет зарядов. Зато РПГ есть. 07, на мостах к югу замечен противник. 07, прием. Вот где глушак? Уже горит. А где? Шевелись. А, патрон большой. Серьезный. Sorry, but no. 07 на подходе вертушки. Круто. Ah!
Позиция раскрыта. Неправда. Неправда, это все враки. Так. Не вижу, где тут подо мной. Ну как бы и не обещаю. Это они шумят. Я их не вижу. Движение также я не вижу. Работает против нас. А вон они. Вон они еще и прям. Very interesting. Надо вниз. Пока все в порядке на всем. Видишь же? Хорошо стреляешь. Скорее хорошо приземлился. Слава богу. На мостках заряд. Принято. Разминируй как можно быстрее. Заряд обезврежен. Носки разминированы. Три бомбы готовы, осталось последнее. Не расслабляться, 07. Время на исходе. Браво, 7-1 хранителю. Отлично, 7-1. Убедись, что нашел все. Не вопрос, хранитель. Alright. Так. Тут мы были. Запили мед. Поднажми Ghost. Если заряды рванут, это финиш. Это будет ГГВП. Ну и в речке где-то. Под водой. Хранитель один, водосброс чист, бомба обезврежена. Вверху порядок. Резервуар разминирован. Поняла. Сейчас. Янки, это хранитель один. Немедленная эвакуация СОУПа со второй площадки. Гоуст, держись там. Понял, хранитель один. Сейчас. Сто патроник. Шевелись, Ник. Груз ждет. Понял. Буду через минуту. Эвакуация. Палят.
кто палит? Подожди. Бля, это ПНВшка. Я не вижу. Полетная проверка. Начнем проверку. Ха-ха-ха! Да! Повеселимся? Это совместная операция. Ополчение, 141-е и тени. Все как один. Газ? Все как один? Уверена? Если же нет, то это все. Запуск ПСУ. Проверка двигателей. Есть. Контакт. Тени на борту. Контроль прием. Разрешаю руление. Принято. Осторожно, союзники. Доложите, как увидите. Принято, ждите. Стрелок, ты обнаружил наземную группу. Понял, вижу. Отмечаю. Видим вас, наземная группа. Есть. Наша цель — два ангара. Выходим по вашему сигналу. Отмечаю цели на свалке. Земля, держать позицию, зачищаем. Стрелок, огонь на подавление, устранить угрозы. Веду огонь. Начнем работу, тени. Они знают, что мы здесь. Цели на северо-востоке. Активность кони у радиовышки. Стрелок, найди вышку. Ой, ВРК, что сделал? Пода? Стрелок, накрой ВРК ракетой. Кони готовятся нас атаковать. Накрой ВРК ракетой. ВРК противников. Не выносит. Fuck you. Попал, цель уничтожена. На юге. Конь не входит на свалку. Тень один, наземная группа ведет бой. Прикройте. Понял, выполняем. Наземная группа идет через свалку, прикрывайте. Понял, тень продолжает контроль. Вдаль по свалке, стрелок. Ночи. Продолжаю работу. Контакт! Тень, у нас контакт! Вызываю огонь! Тень принято, выполняем.
один. Наземная группа, выступайте. Поняла, выходим. Тень, прикрывайте. Прикольно. Противник прорывается с юга. Отмечаю. Есть выстрелы. Отмерял твою. Все, что надо. Кто-то целит? Тень один в точку! Наземная группа прорывается! Прикрываем, земля! Тень один, кони поднимает самолет! Запад летного поля! Есть, истребитель! Отмечаю! Вдарь по самолету, пока не взлетел! Где? Этот? Этот? Экипаж, открыт! Если он взлетит, этот. Нам хана! Вертолет? Он взлетает. Стрелок и истребитель. Цель себе иди. Самолет в воздухе. Ждите контакта. О. Поздно, он пустил ракету. Бля, я понял. А чё, всё, типа... Есть, истребитель. Отмечаю. Самолет уничтожен. Господство в воздухе, тени. Пехота идет через летное поле. Земля, на летном поле группа Конни. Укройтесь, расчистим вам дорожку. Есть! Наземная группа юго-запад. Экипаж, прикрывать наземную группу. По ангарам не стрелять. Хорошо. Небесная любовь. А, это даже матер. Можно паковать в мешки. Земля, можете идти. Есть! Наземная группа к первому ангару. Прикроем по пути к ангару. Не зацепите ангары, пока мы не найдем химикаты. Если рванут, победит Макаров. Наземная группа у первого ангара. Входим. Цели пехота по стройке на южной стороне базы. Отмечаю. Стрелок, не пускай конник ангару. Я их накрою. Я не один, первый ангар под контролем. Главной наземной группе доложить обстановку. В первом ангаре пусто, химикатов нет. Данные точны. Весь запас химикатов Макарова хранится на этой базе. Не в этом ангаре, так в другом. Но проверьте все как следует. Принято. Обыскиваем ангар. День один прикрываете? Никуда мы не денемся, Ким. Внимание всем, химикаты не найдены. В первом ангаре пусто. Наземная группа ко второму ангару. Тень, прикрывайте. Принято, Золотой Орел. Земля, мы с вами. Принято. Идем ко второму. Миномет на огонь с северо-запада. Стрелок, минометы, разнеси их. Добро пожаловать в Урзыстан. Метка. Сука, нам стрелом! День один, уберите минометы. Следующий залп будет по нам. Раскатал миномет. Долбаный Макаров. Всю базу разнесет из-за этих химикатов. Они точно во втором ангаре. Может, и он сам. Внимание всем! Во втором ангаре чисто. Мы нашли химикаты. А Макарова? Нет, его здесь нет. Он может быть рядом. Наземная группа, применяйте реагент, нейтрализуйте химикаты. Тень, на вас контроль. Прикрывайте, пока они не закончат. Понял, Золотой Орел. Внимание всем! Разведка перехватила переговоры других частей Конни. Они собирают войска и бронетехнику. Готовьтесь к интенсивной атаке. Есть, главный. Танк противника, север базы. Тень один, не дайте танку выстрелить по химикатам. Стрелок, ты все слышал. Атакуй танк. Долбани по нему ракетой. Танк уничтожен. Класс, ненавижу эти жестянки. Вражеский транспорт, север. Есть, отмечаю. Стрелок, уничтожь машины. Идут к ангару 2. Вертолеты на северо-западе. Они готовят атаку. Вижу, отметил их. Стрелок, прихлопни этих птичек. Этот спёкся. Противник идет к ангару. Ну ты даешь, стрелок. Круто!
Берегись, ракеты! Венгер уничтожен. Цель поражена. Куда? Возле палатки. Танк не должен подорвать химикаты. Взорвите его. Не знаю, что делать. Используй ракеты. Быстро ты его. Эй, подходит транспорт. Они идут через топливный склад на север. Внимание всем, Конни готовит повторную атаку. Покончим с ними. Это обвод Конни в Урзыкстане. Сотрите его с карты. День один, внимание. В Капонире у западного торца полосы открываются ворота. Свалки. Стремите противника на западе полосы. Небо-то все видно. Экипаж атакует. Если он следит, нам хана. Они думали, что спрятались. Он взлетает. Внимание всем, это главное. Подтверждено, что Макаров на базе. Блять. Кто-то задумал с химикатами. Стрелок, истребитель. Наземная группа, вы готовы? Я понимаю. Цель соберите. Нет, химикаты все еще активны, нужно время. Принято, прикрывайте. Эх ты, сука. Быстро ты его. Блин, глаза эй, тут, глаза там. Внимание всем, Конни готовит повторную атаку. Покончим с ними. Это обвод Конни в Урзыкстане. Сотрите его с карты. День один, внимание. В Капонире у западного торца полосы открываются ворота. У свалки. Истребитель противника на западе полосы. Волген. Экипаж атакует. Если он следит, нам хана. Он взлетает. Ах, ты курва, опять летел. Да я попаюсь. Цель снаружи ангара. Цель соберите. Ааа, факин. Pitch you guess it. Не пускай к ангару. Самолет в воздухе. Ждите контакта. Поздно. Ну да, да, так только можно в MLG попасть. Что, навряд ли. Быстро ты его. Только рандом. Подходит транспорт. Если он уже в воздухе находится. Внимание всем, Конни готовит повторную атаку. Покончим с ними. Это обвод Конни в Урзыкстане. Сотрите его с карты. День один, внимание. В Капонире у западного торца полосы открываются ворота. У свалки. Истребитель противника на западе полосы. Ракета в башню. Экипаж атакует. Если он взлетит, нам хана. Вот так убьют. Сегодня не летает. Второй истребитель сбит. Это уже на... Цели снаружи ангара. Волнец. Ракета. Держи. Ликвидация. Веду огонь. Небо-то все видно. Крейс, нашел Фитфингер. Внимание всем, это главный. Подтверждено, что Макаров на базе. Он что-то задумал с химикатами. Наземная группа, вы готовы к отходу? Нет, химикаты еще активны, нужно время.
Принято. Прикрывайте их. Грейвс, продолжай контроль. Увидишь Макарова, убей на месте. Принято, Золотой Орел. Ракеты? Ракета можно? Позади. Вертолет противника, северо-востока. Это Макаров. Тень, прихлопни этого сукиного сына. Ага. Принято, главный. Никуда он не денется. Тень, заканчиваем работу. Понял. Пушки готовы. Их вертолет сбит. Попо. Получай, сука. Попалась рыбка на крючок. Внимание всем. Борт противника сбит. Владимир Макаров мертв. Принято. Химикаты дезактивированы. Выходим из ангара. Грейвс, когда наземная группа выйдет, пусть твои шарахнут ракетой по ангару. Похороните эти химикаты вместе с Макаровым. Понял. Тень один, наземная группа ушла. Сносите ангар. Давай, стрелок. Номер 2. Есть, ангар уничтожен. Отличная работа, Тень. До свидания, Владимир. Есть всего три вещи, от которых не уйти. Смерть, налоги и я. До скорого, мальчики и девочки. Главный, я на базу. Отбой. Принято, Тень. Все сделано на высшем уровне. Чистого неба. Спасибо за помощь, Тень. Шестой, всем отрядам. Смерть не подтверждена. Повторяю, смерть не подтверждена. Возвращаемся и ищем Макарова. Золотой Орел, всем отрядам. Приказываю не вмешиваться. Там разверзлась гиенна огненная. Тут подтверждения не нужны. Шестой на первый. Есть шестой. Вот и все, Джон. Мы убили ублюдка и ушли. Мы думали тоже про твою, Тень, Грейвс, да? Макаров мертв, капитан. Выкинь его из головы. Отбой. Шепард видит только, что хочет. Видит победу и медаль на груди. Ну а ты? Не вижу, кого хотела бы. Если он жив, то объявится. Где и когда? Вот вопрос. Мы выражаем особую благодарность нашей спецгруппе и, конечно, силам ООО за победу над Владимиром Макаровым и его ЧВК. Про ООО очень много говорят. Фара Карим и ее бойцы, они террористы? Нет, Фара Карим всегда была на стороне Соединенных Штатов Америки и наших партнеров в регионе. Откуда у командира Карим американское оружие? Десяток лет я поставлял оружие командиру Карим для ее операции против Аль-Каталы и российского вторжения в Урзекстан. Поставки были легальные? Нет. Чтобы спасти жизни, я отправлял нелегальные грузы на свои собственные средства. Тихо, прошу тишины. Генерал Шепард, в октябре 22-го вы дали приказ Shadow Company атаковать подчиненную вам спецгруппу в городе Лас-Альмас. Нет, не я. Мистер Грейвс, вы получили приказ применить силу против ОТГ-141? Да, так точно. Тихо, тишина в зале. Кто дал этот приказ? Генерал Гершель Шепард. Вы выполнили приказ, мистер Грейвс? Нет, однозначно нет. Тише! Тише! Надо ж, готовы сдать друг друга. Дрожат за свои шкуры. Каждый сам за себя. В этом и разница. С нами. Мы станем это терпеть, босс? Лучший способ закончить войну – победить. В плен не брать. Удачи, командир. Тебе тоже. Ник, береги фару, ладно? Вас понял, капитан. Так, начнем отход.
Пора домой! Хранитель Браво. Слушаю, хранитель. Макаров не мог так бы засветить. Не верю. Запись переговоров Конни. Вкратце, Кейт, где они? Конни в Лондоне. Ну нахрен. Макаров жив? В эфире был царь 9-0. Это его позывной. Что им нужно в Лондоне? Ну вот. По данным разведки, Конни планирует встречу с известным хакером завтра в Гринсбери парке. С хакером? Наш объект. Куда они хотят влезть? Надо выяснить и помешать им. Так можно выйти на Макарова. Конни в Лондоне. Он тоже где-то рядом. Данные точные, значит, нам надо спешить. Я свяжусь с местной полицией и подключу спецназ. Гоуст, подключись к системе наблюдения, будешь нашими глазами. Остальные ведут объект. Макаров может быть у нас под носом. Как узнаем, где он, сразу туда. А пока проследим за нашим объектом. Браво 07 хранителю. Камеры работают. Ясно, вижу. Как слышите? Есть. Шестой на месте. Соуп, отлично. На месте. Вижу цель. Черная толстовка. Принято. Работаем, Браво. Есть. Приготовиться, Соуп. Не светись, уйдет она, уйдет Макаров. Да, принято. Троянский конь. Аккуратней. Кони тоже могут следить. Есть. Постараюсь тихо. Есть. Соуп, теперь иди к газу. Давай, все чисто. Огоньку не найдется? Куришь, Джонни? Маскируюсь, лейтенант. Понятно. Объект пошел, сержанты. Соуп, если она позвонит или с кем-то заговорит, мы должны это слышать. Понял. Она говорит, мы слушаем. Стоп. Она шнурок завязывает. Возможно, ищет хвост. Ага. Осторожная. Она по уши в макаровских делах. Цель движется, иди за ней. Ей звонят. Подойди поближе и слушай. Ага, оплата прошла. Оставила флешку за мусорными пакетами. Да. Между бистро 43 и чайник. Обращайся еще. О чем речь? Она устроила тайник. Там флешка. Переулок между бистро 43 и чайный. Нужна картинка. Гоуст, покажи на камере. Есть. Вижу выход из переулка. Никаких следов Кони. Похоже, уже ушли. Хорошо. 07, найди на записях, кто выходил из переулка. Должен быть покупатель. Никого не вижу. Нашел его. Следи за ним, Гоуст. Нам нужна его флешка. Покупатель вошел внутрь. Не вижу его. Включай другую камеру. Я опять его вижу. Тут автобус все закрывает. Значит, найди другой ракурс. Видишь, Ласвелл? Есть. Покупатель вышел из бистро 43. Объект переходит улицу. Переходит на Эймсли-стрит. Вот он. Вижу объект. Всем браво. Объект вошел в подземный переход. Тоннель тупиковый. Хорошее укрытие для Конни. И Макарова. Полиция и спецназ готовы нас поддержать. Пожалуй, пора их вызывать. Принято. Всем приготовиться к штурму. Принято. Шестой в пути. Оцепляйте периметр. Остальные за мной. В тоннеле чисто. Там запертая дверь на старую станцию. У двери. Готов к штурму. Жду сигнала, капитан. Готово. Работаем. Три, два,
Один. Погнали! Вход. Проверю слева, проверю справа. Чисто! Ласвелл, мы внутри. Принято. Найдите покупателя и заберите флешку. Группа 1, спускайтесь с нами. Принято. Группа 2 встает наверху. Контакт! Контакт! Здесь противник! Контакты в коридоре! Газ на план! Есть! Иду направо! Не ломается, гад. Турель блокирует нам путь. Можно обойти через сортир. Где? А, ну, надо пробежать. Бросаю дымовую. Проверяю ванную. Понял. Они все ближе. Чисто, идем дальше. Понял. Захожу справа, не зарываю. Не делайте так, боже мой. Понял. По патронам. Брось осколочную. А. Врага не были. Фок, фок. Так, ладно, это уже не подобрать. Да, вот это. Еще конни на эскалаторах. Goddammit. Блин, это пулеметная турель, что ли? Захожу слева! РПГ! РПГ на втором этаже, слева! Наверху! Есть!
Они засели на втором этаже! Так, это свою же тут идут, значит, наверх. Да ё-моё! То лево, то право, то я зад смотрю. Не понимаю, откуда выйду. Вот у меня осколочная. Да, вроде бы. Контакт. Чисто. Хранитель, покупатель убит. Ищите флешку. На ноутбуке могут быть ценные данные. О, не, сразу за пулемет. Надо найти флешку. Цель победа, гейн. Флешка должна быть где-то здесь. Флешка у нас. Содержимое уже в сети управления поездами. Троянец. Конни управляют поездами. Дальше. Вот кто попал на камеру 10 минут назад. Макаров. Поезд набитый гражданскими. Заложники. Жертвы. Глубина тоннеля 500 футов, длина 30 миль. Там внизу в любой момент дня тысячи людей. Он остановит поезда. И обрушит тоннель. Мы это не докажем. Пока. Поезд Макарова встал на пересадке на 20-й миле. Запрошу-ка я второй отряд. Нужна любая помощь. Идем в служебный туннель. Идем. Может, мы уже опоздали. Парни. Капитан Прайс, жду приказа. Половина бойцов с лейтенантом, остальные за мной. Понял, да, все за мной. Слушать приказы. Займемся дверями, так? Хранитель, мы на точке, идем за Макаровым. Поняла. Бери его, Джон. Ублюдка так просто не взять. Так же, как и нас, солнышко. Ай! Отчет. Готовы? Спецназ на месте. Я за тобой. Два автомата? Хранитель, если Макаров управляет поездами, мы можем что-то сделать? Попробуем сломать фаервол. Хакер у них что надо? Хороший. Помогал отморозку за деньги. Иду, Кэп. Доброй охоты, Браво. Впереди кони. Они нас не видят. Вот пусть и дальше не видят. Ага. Опять поезд. Охренеть, какая скорость. Стой, хранителю. В тоннеле чисто. Выдвигаюсь к путепроводу. Поняла. Рекомендую добраться до перехода через вентиляцию. Принято. Так и сделаю.
Браво, это 07, я под обстрелом. Кони взяли заложника. Спасайся. Хранитель, тут мертвые гражданские. Первый из многих, Браво, если мы не остановим Макарова. Именно, хранитель. Гоуст, газ, что у вас? Брать, мы на линии огня. Наступать не можем. Вломите их, Браво. Мы все уйдем отсюда живыми. Надеюсь. Заложники в соседней комнате. Аккуратней. Принят. Есть отличный способ заставить его заткнуться. А что, это мысль? Нет, нет, прошу, я все сделаю. Эй, мы же сказали тихо. Гараж чисто. Капитан здесь, гражданский. Уводи выживших. Господи, господи! Выводим их. Остальные прикрывайте. Это 7-1. Хранитель, мы у путепровода. Макарова в последний раз видели там. Будь начеку, 6-й. Готовимся. Макаров может быть за этими дверями. Я за тобой. Иду. Friend, CJ, we have to follow. Oh. The fuck? What the fuck? Як передолем. Вот вам новости от другого отряда. Сколько их тут? Впереди еще конни. Уф.